конечно, первый продукт, который просто необходим нам в поездке, в путешествии, в командировках, это наш мощный антиоксидант, это наш легендарный навамин. Без него никуда. Можно что-то забыть, но только не вот этот продукт, который даст нам и иммунитет, и дает адаптацию в поездке, и смена часовых поясов очень хорошо переносится при приеме вот этого продукта. Если вы собрались накануне идти на вечеринку и будете употреблять спиртные напитки, выпиваете до того, как вам идти 5 капсул, утром вы чувствуете себя огурчиком. И за завтраком, если выпьете еще 5 капсул, то вообще будет идеально. То есть вот, такой вот, вот такая классная вещь. Если в банке вам неудобно брать с собой, можете взять, потому что так как вы едете не одни, например, вам понадобится побольше капсул. Вот такой вот, например, сосник. Можно контейнер, да, взять, насыпать капсулки. Либо вот как бы такой вариант из-под Северной Омеги, такая небольшая баночка, можно ее. Ну, я думаю, что вот такая вот удобнее. Так что, друзья, это очень-очень хорошая такая скорая помощь нашему организму. Не забудьте его, обязательно с собой возьмите. И если вам, например, не дай бог, случится в дороге, что вы где-то или на море, где-то простыли, начали чихать, а может быть, горло начало уже болеть, да, вот, выпейте 10 капсул в первый день сразу. Ударную даем дозировочку, но зато мы чувствуем себя потом прекрасно на следующий день. То есть останавливает вот эту вот всю болезнь. Берите, рекомендую просто от души.